Доброго времени суток. Мы сегодня начинаем новый проект, и этот проект будет виноград. Я осенью Ольге Васильевне посещал страницу ВКонтакте, а Ольга Васильевна, кто следит за моим YouTube-каналом, тот знает, она мне высылала семена лиственницы. И увидел у нее на фотографиях красивый такой виноград. Задал вопрос, ну и Ольга Васильевна предложила мне выслать. Выслала Ольга Васильевна мне два вида винограда. Это Русбол и Чубук. В ноябре я их получил, запаковал в несколько пакетов и убрал в холодильник. И сейчас у нас март, будем ставить на укоренение. На часик мы вымочили в воде, замочили черенки, чтобы они пропитались влагой. Теперь мы их ставим в емкости с водой на укоренение, ну примерно сантиметров 5. Вот, у нас получается Русбол, это зеленый виноград, 3 черенка, и Чубек, это синий виноград, 11 черенков. Маленечко остановимся про хранение. Я хранил, вымачивал также на пару часиков, там часа на 4, даже, по-моему, больше, я уже забыл. Вымачивал черенки, потом заворачивал пакет обворачивал скотчем, и сверху еще один пакет. И так хранил на нижней полке в холодильнике. Пожалуйста, череночки влажненькие. Сейчас мы теперь эти баночки с черенками ставим на южную сторону, на подоконник. Доливаем воды, выше не держим. Я думаю, корнестимулятором не буду пользоваться. Думаю, укоренится и так хорошо. Прошла неделя. Все почки набухли, кроме вот этого черенка. Один Русбол минусом. Вторая неделя. Распустились листья. Пошла пятая неделя. Корневой системы пока не наблюдается, но у нас завелась тля. Тля сейчас купил актару, обработаю от тли. Прошло почти полтора месяца. Все черенки дали корни. А вот от тли уже сделали две обработки, и тля все равно присутствует. Концы он как поела сильно. Подводим итоги. У нас уже конец августа. Виноград приросся, дал прирост. Единственное, что могу заметить сразу, его надо притенять. Вот желтые листики выгоревшие, это как раз от солнца.